3 килограммов в белом. Представительница России Яна Радченко в синем. Представительница России Евгения Череш. Тадали 1 утешение в белом кимоно. Представительница России Вероника Сараева в синем кимоно. Представительница России Дарья Лагина. Яна Радченко одержала победу на татами 3. Яна Радченко продолжит борьбу за бронзовую медаль в категории 63 килограмма. Next one is my 3. Semi-final with Korea under 81 kg. Татами 3 полуфинал в категории 81 килограмма. Победил кимоно Михаил Авдеев, Россия. Синий кимоно Адам Сангалеев, Россия. Тогда мяч из победы тяжелого Вероника Сараева, Россия.